Всем привет! У нас сегодня в обзоре нереальнейший крутой женский рюкзак от фирмы Deuter, модель под названием Spectro AC32 SL. Но он нереально крутой. Какой же он внутри? Сейчас узнаем. Модель Spectro AC оснащен системой спинки под названием Air Comfort Flex Light, которая благодаря двухрамочной конструкции дает отличное соотношение между легкостью, гибкостью и прочностью. При этом он остается достаточно гибким, чтобы повторять движение тела человека. А ко всему, эта конструкция с натянутой сеткой распределяет нагрузку, давая спектру возможность равномерно прилегать к спине, при этом сохраняя необходимую циркуляцию воздуха и избегая потения спины. Плечевые лямки и набедренные плавники от фирмы Deuter имеют анатомический крой из пены и крупнопористый 3D Air Mesh, а также заботятся о правильной посадке компактного рюкзака на спине. В дополнение к этому регулировочные лямки позволяют настроить идеальное положение рюкзака, оптимизируя нагрузку и на плечи, и на бедра. По поводу карманов и отделений. У нас имеется два боковых кармана. Одно отделение сетчатое, куда можно положить свои вещи или положить же свой шлем. По поводу змеищатых карманов имеется один на клапане, а также здесь есть специальный карабин, с помощью которого можно закрепить ваши ключи. Основное отделение, вот оно. А также имеется специальное крепление под питьевую систему от фирмы Deuter с выходом на правую и левую лямки. Рюкзаки для трекинга, для хайкинга, велорюкзаки и многие другие на сайте madrivnik.com.ua.